Всем привет от собаки Абазяки. Собака Абазяка сегодня у нас была у доктора. Мы думали, что ей только почистят зубы и на спине вот удалят вот, вот у нас там две ранки, жировики такие. Раньше ее несколько лет назад покусали клещики. Иди сюда. Она еще от наркоза не отошла. Несколько лет назад бабаню покусали клещики, и на этом месте появились вот эти вот такие жировики. Да, Бося? И врач сказал, их нужно удалять. Так вот, мы поехали с бабакой сегодня до доктора. Сиди, не рыпайся. Покажись людям. Мы поехали с бабакой сегодня до доктора. И оказалось, что у бабаки еще один коренной зуб испортился. Там у него флюс был, блин. И еще зуб ей удалили, блин. Сверху, на верхней челюсти. С левой стороны. Ну ничего, отходим. И не прыгай. Доктор нам сказал следить за собакой, чтобы она у нас не падала с дивана самостоятельно. Потому что если она спрыгнет с дивана, может повернуться, себе лапку повредить или еще что-то. Бабаня, как ты себя чувствуешь? Вот наши ранки. Вот наши ранки. Завтра мы поедем до доктора опять. Нам сказали приехать, сделаем нам укольчик. Сделаем обезболивающий и противовоспалительный. Ну-ка, о, молодец. Стой, сделаем противовоспалительный. И аж через неделю, наверное, он там виднеется. Шрамик, шов. И где-то, наверное, через неделю мы будем снимать уже швы. Да что ж ты елозишь-то, как трактор? Покажись людям, они хотят видеть твое героическое лицо. Ух ты, моя бабака в колокольчике. Ладно. Всем привет от Бабаки. Не забудьте подписаться на наш канал. И всем пока. Будем держать вас в курсе событий.